Я сейчас подойду, подожди. Я тебе. Ебать! Волош, накрыло! Что за хуйня? Да Волош накрыло, смотри! Ой, Волош! Ты что за мировая война, нахуй? Да ты смотри, там все пух... Вообще! Какой он, нахуй? Так это, нигде не видно же было, ничего! Что за хуйня? Да смотри, стекла себе повыбило. Взорвало волной, уебало. Выдавило. Да что то блядь? Так волной-то куда? Взорвалось, блядь. Так вот, смотри. Слышишь, грохот, блядь? Охуеть. Потому что так и прилетело. Ну, комету, там прям видно. Не, нет. Ну, там, там... Комету, ракету, может? Ну, там что-то светилось, может, так ярко светило вначале. Блядь. Автомат не снимай. В кабинете все попадало со столов. Надо. Меня чуть со стула с кабинета не сбросило. Вот, так вот здесь попадало. Тоже так подпрыгнули сейчас. Ну не поехали. Рамы все погнули нахуй. Так вот, смотри. Что это? Что это? Хуй его знает, нахуй. Из Челябинска же, это я только по радио слушал, знаешь? Главное, чтобы день нормально прошел.